Сереж, теперь для... у нас есть другая программа «Другой футбол», знаешь, такое. Это вот около... Ну, там ничего крамольного. Смотри, вот сейчас вот мы просто опрашиваем мнение футболистов по поводу их отношения вот к разным крамольным, относительно крамольным вещам. Вот смотри, был в команде «Динамо» Лас Лабора. Ну, и что? Ты понял, о чем я тебя хочу спросить. Вот да я не понял. Нет, ну вот какое отношение к нему было? Вот все-таки просто вот как профессионалы к этому относятся? Вот они смеются над этим, они подзуживают. К чему? Да? Я был, когда я был в «Динамо», когда был Лас Лабора, он только пришел в команду, я его застал, по-моему, очень мало. Я не могу обсуждать человека, которого я не знаю и не играл с ним, не тренировался. Я не играл с ним ни одной игры. Ну ты же знаешь прекрасно. Я ничего не знаю прекрасно. Мне нравится, откуда вот вы знаете прекрасно. Что вы знаете прекрасно? Вы знаете прекрасно, вы журналисты, что-то раздули, кто-то один сказал. Все, журналисты уже знают прекрасно. Что? Ну, скажи, хорошо, гомосексуалисты есть в футболе? Господи. Ну, откуда я прекрасно знаю? Спросите у Ани, она должна знать. Хорошо, спросим. Но при этом как вот ребята, да? То есть ты же с многими на короткой ноге. И а что они тебе говорили? Вам больше не о чем поговорить. Ну, ты ничего страшного, только... чего ты смеешься? Нет, да ничего страшного, нормально. Тренер «Динамо» Киев должен обсуждать сейчас перед вами такие вопросы. Вы вообще слышите, о чем вы говорите? И вот это пойдет на другом футболе. Нет, тренер «Динамо» Киев обсуждает вопросы непонятно чего. Ну, скажи, просто такое, то есть вот как профессионал, да? Вот ты считаешь, что к таким вещам как нужно относиться? Так каким вот вещам? Давайте о другом что-то. Что вы о каких-то глупостях говорите? Я понимаю, что у вас скандальная программа. Ну, поговорите скандально вот с футболистом, Милевского возьмите. Ну, нашли у кого. Интересно. Ну, нашли. А вот очень интересно, да, что Ребров думает о непонятно ком, нет, да? Интересная точка зрения абсолютно. Да, ну, блин, вот это еще если в эфир видит, но я вообще с вами разговаривать. Конечно, не хорошо хочу, но что это за бред. А, по поводу, ну, просто еще вот... Ты уже стал хуже Ани.